24-й военный городок Евпатории, где находятся две воинские части, блокируются российскими военными уже третий день. Даже жители городка через КПП не хотят пропускать. Сегодня местные жители потребовали от российской стороны либо сложить оружие, либо покинуть городок. На что один из военных ответил, что такие решения принимает командующий Черноморского флота России. Российские военные пообещали донести требования жителей руководства и ответить в 7 часов вечера, пока жители разошлись. На место событий прибыли представители Русского единства и казаков. Непосредственно сколько? Вы 3 дня тут находитесь, правильно? Да. Вы, люди живут в страхе, Давайте уберем просто либо оружие, оставим, я не знаю, не надо ничего, допустим, не надо, да, просто хотя бы уменьшить передвижение или вообще, чтобы его не было с оружием, понимаете? Вы же защищать приехали, вы же приехали защищать, не одна же, наверное. Хорошо, послушайте, пожалуйста, меня вот сейчас, я отвечу. На данный момент здесь находятся две воинские части. Один из командиров воинских частей добродушно разрешил нам проживать в его расположении. Если он разрешил вам проживать в данной казарме, правильно? Проживайте в данной казарме, находитесь здесь. Никто вас, допустим, или, хотя, конечно, желательно, чтобы вы ушли, но, я так понимаю, этого никто уже делать не будет. Без приказа, конечно, тогда давайте, я понял. Тогда давайте договоримся на том, чтобы непосредственно в казарме находились ваши люди. Здравия желаю, товарищ полковник. Представитель военной службы правопорядка, полковник Орлов. Разрешите, кто вы? Сергей майор, мы с вами знакомы. Правильно, так да. Организация представления. Вы о чем хотите со мной поговорить? Я хочу вас представить народу. Как я вы? Уже представился. Просто майор? Да, мы ведем разговор. Представитель какой вооруженных сил? Я майор Сергей. Ваше формирование? Какие вооруженные силы? Почему у вас нет знаков отличия? Милые дамы, давайте пройдемся, дорогу посмотрим, потому что люди, жители этого городка здесь есть или нет, товарищи? Все есть. Давайте посмотрим, как вы живете, и случайно вам-то не обижаете или нет. Нас не пускают. Ну давайте пройдемте, мы же не против. Нет, я против. А всем стоять. Потому что давайте я поговорю с местным населением, вы провоцируете их. А что я выкричу? Отойдите, я с вами беседовать не буду. Вы сейчас станете заложниками. Пожалуйста, женщины, мужчины, вот этот полковник провоцирует и меня, и вас. От кого вы нас вообще защищаете? Здесь никто не разговаривает на украинском языке. Никто. Никто. Вы понимаете, здесь все разговаривают на русском. Это бред сивой кобылы, что вы здесь для того, чтобы защитить русский язык. Вы понимаете, порядок у нас здесь был, пока вы не приехали. Вы понимаете? Вопрос, так что скажите, пожалуйста, почему как вы сможете? Где враг? Как вы его определяете? Покажите нам врага. Мы их не видели. Как вы, у меня в части служит. Я боюсь за его жизнь и здоровье. На данный момент у меня строгие указания от моего командования, который находится в Севастополе, по охране этой воинской части от возможного проведения диверсии со стороны радикальных сил и возможного отбора оружия у данной воинской части. Давайте назначим встречу, мы подъедем узким кругом, подъедем вот с товарищем полковником, он представитель власти, я представитель буду, например, семей. Давайте в 9 часов по Москве. Ну, 7 по Украине. Продолжаем выпуск. Украина будет использовать все возможные средства, чтобы защитить себя от военной угрозы со стороны России, заявил представитель Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Игорь Прокопчук.